Мы рассмотрим смарт-платформу для быстрого маркетинга InFAM, поговорим о ее основных преимуществах и знаковых событиях, а также рассмотрим ее с точки зрения инвестиций. InFAM – это аналитическая рейтинговая платформа для честного маркетинга, которая хорошо может показать себя на просторах криптомира. Основной идеей платформы является помощь в построении чистых и доверительных отношений между партнерами, что в итоге поможет всему рынку стать более прозрачным и надежным. Говоря о самой платформе, она полностью готова ко встрече со своими пользователями. Она успешно прошла листинг на CoinGecko и PancakeSwap и уже готовится к листингу на CoinMarketCap. Также InFAM успешно прошел аудит, что подтверждает надежность и качество оказываемых услуг. Данные идеи хорошо согласуются с современными тенденциями. Большинство стартапов, блогеров и инвесторов точно оценят InFAM по достоинству. Мало площадок, таких как InFAM, предоставляет возможность найти друг друга на единой площадке, получить прозрачную цену и актуальный анализ. Стоит упомянуть, что 15 декабря состоится официальный запуск платформы, который вы, надеюсь, не станете пропускать. Давайте поговорим о возможностях платформы. Теперь держатели токена InFAM могут заниматься стейкингом. Стейкинг поддерживается на срок 30, 60, 90 дней и позволяет получать до 99% годовых. Всего на стейкинг было выделено 2 миллиона токенов InFAM из общего количества в 10 миллионов. Токен является невозобновляемым, поэтому его цена может значительно вырасти в будущем. Одной из центральных новостей за последнее время является листинг InFAM на бирже Cryptology. Это важный шаг для развития всего проекта, ведь эта биржа занимает 79 место в рейтинге CMC и является удобной площадкой с поддержкой банковских карт. Возможности Cryptology действительно велики. Она позволяет зарабатывать не только на прямом взаимодействии, но и также поддерживает и реферальные. InFAM полностью доверяет ей и недавно перевел большую часть объема торговли своего токена именно на Cryptology. В честь старта партнерства с Cryptology был объявлен розыгрыш призов, в центре которого красуется новенький iPhone и 15 тысяч долларов. Для участия в конкурсе достаточно быть подписанным на Cryptology в Twitter, войти в InFAM, Telegram Group и предположить стоимость токена NF 31 декабря. Те, кто угадает стоимость токена до 31 декабря 18:00 по UTC, получат главный приз. Согласитесь, это очень хорошая возможность не только поучаствовать в интересном розыгрыше, но и стать частью самого проекта. Также пользователи, которые наторговали на 10 тысяч USDT, могут выиграть от 500 до 3000 долларов. Подробности, ссылки на регистрацию и другие полезные материалы размещены в описании под видео. Проект активно развивает свои социальные сети и предлагает всем пользователям присоединиться к ним. Каждый из нас может подписаться на их официальные аккаунты и получить доступ к различной информации о проекте, а также значимым новостям, которые в какой-то степени могут помочь нам на пути к желаемому. InFAM – сильный проект, присоединиться к которому стоит уже сейчас. Не упустите возможность поучаствовать в розыгрыше, покупайте токены InFAM по весьма привлекательной цене и получайте пассивный доход безопасно и просто.